Возгорание в одноэтажном четырехквартирном доме по адресу Советская, 44, произошло в четверг вечером. От огня пострадала внутренняя отделка кухни и комнаты. Хозяин квартиры, мужчина 1961 года рождения, получил ожоги лица и отравление угарным газом. Пострадавший был доставлен в Великоустюгскую ЦРБ. Как сообщает областное управление МЧС, предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.